Девушки, всем привет! Меня зовут Ульяна Легкая, я живу в Дубае, состою в отношениях. На холистик коучинг пришла в феврале, в полном раздраве. Пришла с сомнениями, с обесцениванием своей жизни. В общем, не знала, чего делать дальше, куда идти. Сейчас уже в процессе терапии у меня результат такой, что я создала телеграм-канал, создала Инстаграм. То есть ко мне пришло такое полное осознание того, что нужно проявляться в пабликах. И как бы без этого никуда. То есть нужно выходить на платформу, чтобы начинать что-то говорить, писать посты, ну и как-то участвовать вообще в жизни людей и налаживать отношения со своей аудиторией. То есть я сейчас очень серьезно подошла к этому вопросу и занимаюсь этим. То есть у меня больше нет сомнений по поводу того, как я выгляжу, как я говорю, криво или нет. В общем, мне сейчас вообще не до этого. То есть я каждый день делаю шаги для того, чтобы проявиться в пабликах. Самый главный инсайт для меня это было то, что нужно было принять свое прошлое. В процессе терапии я осознала, что я не принимаю прошлое. Вот, поэтому, когда мы нашли маму, которая там внутри разговаривала меня и говорила, что прошлое не важно, не бери в голову. То есть она забыла сказать, что это все записывается, и программы живут с нами и влияют на наши выборы в жизни. Поэтому после проработок, после упражнений, например, упражнение «Ролевая идентичность» для меня была очень полезная. То есть я наконец-то впервые в жизни поговорила со своей головой. И все то, что накопилось у меня за всю мою жизнь, оно просто все вышло на бумагу. Сейчас, когда у меня уже открылся такой поток словесный, и я теперь много пишу, много теперь разговариваю, чем я больше пишу, тем чище становится в моей голове. Поэтому для всех тех, кто сомневается, идти на программу или нет, девочки, конечно, идти, потому что разобраться с проблемами внутри в одиночку невозможно. И из разряда там пойти, значит, выпить или покурить кальянчик, такое уже, это не работает. То есть вы из года в год идете по одной дороге, и никто не может вам указать путь. То есть вам нужен специалист, который поможет вас достать из вашего бокса. Вот Ирина, она именно такая. Поэтому я рекомендую всем: идите, учитесь, ставьте цели, добивайтесь, проявляйтесь, не бойтесь. Все в нашей голове, но все это можно поправить и получить результат такой от жизни, который вы хотите. Даже если вы ставите цель, вы не забывайте про свои потребности женские, да? Вы живете в таком настоящем моменте, в настоящем дне и улучшаете свою жизнь каждый день маленькими шажками. То есть вот это осознавание, полное принятие жизни, настоящего момента. То есть сейчас я принимаю всех людей в моей жизни, все ситуации. От чего стало легче? Я больше не фокусируюсь, не оцениваю, а просто занимаюсь своим предназначением. Теперь я коуч по отношениям. И благодаря тому, что Ирина смогла достать из меня вот этот опыт накопившийся, который я теперь упаковала, и буду обрабатывать информацию, буду делать свою авторскую программу и продавать. Поэтому я желаю удачи, и я надеюсь, что каждый из вас здесь найдет именно то, что нужно ей. И никогда не знаешь, где выстрелит, то есть в какой момент. Поэтому рекомендация такая: просто делайте упражнения, идите по модулям, и будет вам счастье. Спасибо.